Подводим итоги матча. Йорш Фантазия. Победа Цветочников со счетом 2-0. Василий Шов, Гигам Бунятян. Гера, поздравляю с победой. Первый вопрос. Но мне кажется, ты в Суперлиге никогда так много не играл. Да, я спасибо. Вы поздравили, да? Я столько побегал, что у меня уже голова кружится. Я в конце уже не хотел выходить, честно, было тяжело. Команда нас прям туда-сюда. Вот, как будто я попал в мини-футбол. Было очень сложно бегать за этим мячом. Короче, сложный матч. Спасибо вот моим ребятам за победу. Очень, очень достойный матч. Гера, ну а нужны тогда фантазии все эти звезды, которые то приедут, то не приедут? Вот сегодня собрались, ну там, своей, грубо говоря, обоймой, ограниченной, все сплотились, и результат сразу пришел. Но по игре-то, мне кажется, полная инициатива была у Йорша, да, допустим, Йорш или Йерша. Ну, извиняюсь, русский язык, ребят. Короче, я так скажу, прям 80% на 20 как-то вот так было, поэтому по-любому нужны. Я не скажу, что звезды. Вот я не скрывал, Амьянс первое место, но Чика, вот этот парень, очень крутой игрок, мне очень нравится с ним играть. Вот. Что касается других, ну, мы также ждем Кузьмицкий у нас есть, мы хотим увидеть, на что он способен. Нам нужна по-любому скамейка, без нее, я могу сейчас много говорить, нафиг, там их, там мы выиграли. Нет, ребята нужны, команда нужна, но нам в первую очередь, я хочу обратиться к этим ребятам, нам нужен коллектив. Я сейчас буду отсеивать тех, кого я взял, по очереди вот так. Не будут ходить на тренировки, знаешь, мы приходим в среду. Я, поверьте, я тоже работаю, но я ни одну тренировку не пропускаю. Вечером, любое время готов прийти, биться, повеселиться, то есть забыть какие-то проблемы. А у нас всегда 8 человек, 10, и те же самые люди. А у всех работа, у всех ангина, у всех температура. Ну, в общем, вы все это знаете лучше меня. Поэтому я очень прошу стать коллективом и влиться в этот коллектив. Особенно обращение к колпинским ребятам. Давайте, вникайте к нам. Если не хотите, то без проблем можем расстаться уже. Вась, скажи, пожалуйста, могло ли твою команду так чуть-чуть расслабить вот эти проблемы соперника, да, со сбором? Увидели, что у них там одна замена, тренерский штаб, или не обращали на это внимания? Сложно. Во-первых, спасибо Фантазии за игру. Гера просто красавец, я считаю, с таким, ну, ему тяжело играть столько по времени. И вообще Фантазия и Спект, что дали бой, выиграли в итоге, и, ну, красавчики они, им спасибо за игру. Вот, что касается твоего вопроса, сложно назвать команду моей на данном этапе. Все, что сказал Гера к своим ребятам, это относится и тогда уж к моим ребятам, у нас ситуация еще хуже. Вот, я, в принципе, я на интервью первым это не говорил, но... Я даже не знаю, как это назвать. Новая команда, это тяжело. То есть я в прошлом году говорил, то, что Penguins Йорш – это новый проект, будем строить команду. Построили команду, заняли 5-е место, отдали много сил, эмоций. И проходит месяц, и возвращаемся на 360 градусов обратно. Ну, и мне эмоционально сложно. Я в прошлом сезоне все это выстраивал. Вот, новый тренер, новая тактика, поэтому я постарался сделать просто. Я полностью доверяю новому руководителю, новому главному тренеру Сергею Воронкову. Ему видно, кого вызывать на игру, ему видно, как играть тактически. Его действия я в интервью обсуждать не буду. Вот. Скажу просто отдельно, что, ребят, спасибо, что приехали за игру, те, кого вызвали. Они получили кто-то больше игрового времени, кто-то меньше. Ошибки видны, я с Сергеем их обсужу, все, в принципе, очевидно. Вот. Но, повторюсь, сегодня подвели ошибки в обороне, которые были, Фантазия забила. И ошибки в нападении, были несколько 100% моментов, надо было их забивать, вот, мы не забили, поэтому все по делу. Гер, я определялся по лучшему игроку, и вот не мог определиться, все-таки Расулов или Родин. Ну, Родин очень здорово сыграл в обороне, практически все атаки соперника перекусил, приходилось Ершу в основном на дальние удары уповать. Ну, мы тоже обсуждали. Но Родин точно сборную тура, и я думаю, ну, Расулов, наверное, тоже. Но Родин, наверное. Честно, Чингис без обид, но Родин вообще, это... Я такого давно не видел в защите. А я, как считаю, 8 на 8. Одно из самых важных – это вратарь и защитник его центральный. Вот это одно из самых важных составляющих, да. Поэтому Родин показал блестящую игру. MVP тур, наверное, если кто-то что-то большего не сделает. А что касается, вот говорят, мы там заслуженно. Вот это слово, знаешь, заслуженно. Да, заслужили, наверное, характером.
есть такая тема, такой тренер Хорхе Сампаоли, Чили тренировал, он всегда говорил, что нафиг это владение мячом, он говорил, представляете, я захожу в бар, там весь вечер окутываю там какую-то девочку, там обещаю что-то, и потом парень заходит, забирает ее в туалет, и так что вот это сейчас такая ситуация, они владели мячом, а мы поимели девочку, так что, ну, я рад, что у тебя хорошее настроение. Я еще честно скажу, помнишь, буквально несколько туров назад я тебе говорил, мы будем другой командой, все такое, через два проигрыша после «Миллион роз» и «Арктик Телекома» я вернулся в голове состоянию на прошлый сезон, да, то есть опять то же самое, они, многие не понимают, что это такое, что для нас это значит, вот смотрите, нас, все думают, что эти спонсорская фигня, вот эти деньги, это легко даются, у нас есть Семен наш, он и я, да, то есть мы пережили ковид прошлый год, многие, все пережили, да, его, то есть и финансово его пережили, да, сейчас приходится что-то делать, но мы хотим, чтобы команда существовала, какие-то маленькие бонусы, то есть что-то мы забираем у наших семей и хотим в этой маленькой семье поделиться, то есть и очень большое неуважение, я считаю, что многие этого не понимают, мы же не говорим играть, не хотите, не играйте, но если вы играете, то хотя бы это просто пусть ценят, это относится ко всем руководителям, да, вот этих команд, все проходит, наверное, вот эту стадию, где реально обидно, то есть ты все делаешь, а самоотдачу не получаю. Я понимаю, что любитель, но все же. Так что у меня, я в эйфории нахожусь, я сыграл. Мы видим, мы видим. Последний тебе вопрос уже и закончим. Стоит ли ждать фантазии новичков, или вы так уже набрали большую группу и сейчас просто будете чистить? Я рад, что я не тренер. То есть, например, когда я вижу такую игру защитников, я знаю, что у нас еще один человек придет точно, да. Ну, я пока не буду называть его, но есть еще один защитник, очень сильный. Но я понимаю, что конкуренция нужна. И впереди она нужна, и в центре поля нужна. Но, опять же, сейчас многие еще с отпусков толком не вернулись, поэтому пока сложно говорить. Но я так думаю, что постоянно надо быть в поиске. Вот нельзя на этом останавливаться, мое мнение. Василий Ёрш нуждается в свежей крови? Или сейчас достаточно много футболистов набрали, будете их обкатывать? Слова Геры мне понравились, адресовать бы их тоже своей команде, потому что я тоже руководитель команды, в принципе, являюсь также ее единственным спонсором, поэтому все, что сказал Гера, я его прекрасно понимаю и поддерживаю в этом. Вот, что касается новых игроков, да, не знаю, это вопрос скорее к Сергею, он занимается трансферной политикой, поэтому я здесь ничего сказать не могу, но просто и так потеряли, повторюсь, команда Йорш полностью изменилась с прошлого сезона, а тут Виталий Константинов получил разрыв крестообразной связки, мы не увидим его в этом сезоне точно. Илья Торопов травмировался и, возможно, тоже надолго, это еще неизвестно, и мы тоже не увидим его в этом сезоне, возможно. А может быть, я надеюсь, и увидим, но будет, ну, все достаточно непросто, там колено, вот непонятно что. Поэтому мне сейчас вообще сложно, что говорить. Тараканов сейчас единственный нападающий оставался, и после второго тура написал, извините, я больше не в команде, грубо говоря. Поэтому, ну, что тебе сказать? Я не знаю, Дим, пока что сказать. Ждем до заявочного окна, верим в Сергея, надеемся на чудо. Больше ничего сказать не могу. Ты хочешь про Гнатенко сказать? Нет. Я про бывших игроков не хочу говорить, мне они неинтересны. А он тем более. Я скажу про другое. Я Константину, вот я считаю, что это прям как НАП, это топовский нападающий. Я не знаю ни его финансовую составляющую, я опять предложение сделаю, да. Он получил травму, я сейчас перед игрой узнал, что у него кресты, да. То есть пока вот Вася не сделает, или вот команда ваша, вот объявление какое-нибудь. То есть это не зазорно, это не стыдно, это ничего такого, что у парня кресты, есть еще хуже травмы, есть еще что-то. Мы, как коллеги, то есть игроки, все можем чем-то помочь. То есть я не говорю, что у него нет денег или есть, я не знаю вообще абсолютно. Это не имеет к этому отношения. Но у всех же игроков здесь что-то может случиться. И это все анонимно, ребят. То есть мы не стесняемся любых сумм. То есть если мы эту тему сделаем в Оле, да, допустим, если это как такая большая семья, да, игровая, будем чем-то друг другу помогать, кто-то богатый, кто-то бедный, но мы, если все будем друг другу помогать, этой разницы не будет видно. Так что я ему говорю, если какая-то помощь нужна, пусть какое-то маленькое объявление будет, и мы чем сможем, поможем. И Вася, да, по-моему, или Васильев из Золотого, у них имен не помню, но, короче, как будто у меня упал на голову что-то. У него что-то на голову упало, и мы там, кто чем что мог, что-то собирал, да, и помогли как. То есть он сам нам обзванивал и говорил, так что, Вася, если какие-то моменты, мы всегда за, и парню здоровья, он очень крутой нападающий. Давай, дополним. Кирилл, спасибо тоже, да, и хорошая мысль, на самом деле, я совершенно не против. Да, Виталику, естественно, и я, и еще ряд игроков, естественно, написали, что когда он надумает делать операцию, естественно, мы ему поможем, тут вообще без вопросов. Вот, тем более у Виталика
свадьба, поэтому меня не будет на следующем туре. В следующее воскресенье Виталий Константинов женится, от всей команды, от себя заранее поздравляем его. Вот дальше уедет он в медовый месяц. Поэтому в любом случае, я надеюсь, что он будет делать операцию, обязательно поправится, но это уже будет все после. Вот, а так, еще раз, Фантазии, спасибо за игру. Повторюсь, будем двигаться дальше. Спасибо, Рюд. Спасибо.